В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления и ведомств отчитались в работе, проделанной за последнюю неделю. Подробнее в нашем сюжете. За прошедшую неделю в люберецкую полицию поступило 2050 обращений. Возбуждено 37 уголовных дел, из них 32 раскрыты по горячим следам. Также произошло 205 ДТП. Два человека пострадали. Из резонанса преступления четверо неизвестных в масках забежали, напали на администратора бани, захватили там сейф с деньгами. То есть люди задержаны, оказались ими гражданами Таджикистана, арестованы два человека, один находится в розыске. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 7 пожаров. 11 февраля на улице Юбилейной на территории заправочного комплекса загорелся автомобиль. В результате пострадало транспортное средство, обгорела заправочная колонка и навес. Пострадавших нет. 9 февраля в 5 часов 28 минут поселок Малаховка, улица Новая, дом 1, дробь 8. По данному адресу располагается деревянный одноэтажный жилой дом общей площадью 140 квадратных метров. В результате пожара обгорела кровля половина дома на площади 70 квадратных метров. Пострадавших нет. За последние 7 дней аварийных отключений воды, газа, теплоснабжения не производилось. Активно ведется очистка кровель от снега и наледи. Реализуется план по ремонту лифтового оборудования. Всего запланирована замена 37 лифтов в 12 многоквартирных домах. На данный момент в работе находятся 3 лифта управляющей компании ЛГЖТ и 2 содействия. Также на 2022 год запланирован ремонт 146 подъездов. На данный момент работы ведутся в 14. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.